СССР и США в периоды военных конфликтов оказывали помощь тем странам, в чьей победе были заинтересованы. В одном из самолетов были размещены спецназовцы. Но борт был чисто гражданский. Самое главное было отсечь связь, чтобы при штурме не смогли как-то оперативно связаться, вызвать подмогу. Главной силой в такой конкурентной борьбе становились глубоко засекреченные подразделения специального назначения. Битва спецназа. Профессия диверсант. Из документального цикла «Война миров». В субботу в 10:55.